Всем приветик, дорогие друзья! Всех с праздниками новогодними! И сегодня решила поделиться с вами таким видео, записать, так как поступил запрос. Девочки писали, что чтобы я показала, какой косметикой для волос пользуюсь. Я решила уже записать не только для волос, а всю косметику уходовую, которой я пользуюсь сейчас. Так что давайте приступим к просмотру, не будем долго затягивать. У меня здесь не вся косметика на даче, только то, что я привезла, и здесь есть у меня по месту. То есть это не все, что я вам покажу, а покажу действительно то, чем я пользуюсь на данный момент. Итак, давайте начнем с шампуня и кондиционера. Это у нас от GX бразильский кератин. Это бессульфатная линейка шампуня и кондиционера с очень хорошим составом. Здесь идет состав на маслах, на кератине с кокосовым маслом, авокадо маслом и кокосовым баттером. Значит, бразильский кератин называется, 385 миллилитров, большая такая бутылка, что шампунь, что кондиционер. Это уже не первая моя покупка, я пользовалась раньше, и мне очень нравится эта линейка, мне нравятся волосы после нее. Такой мне нравится сладкий карамельный вкус, хотел сказать, сладкий карамельный запах этого шампуня, и он густой, то есть действительно его хватает надолго. Густой шампунь и густой очень кондиционер, который даже тяжеловато доставать с этой бутылочки. Бессульфатная, в общем, классная линейка, мне нравится. Единственное, что на корни мы не наносим, потому что могут жирниться корни. И нужно будет мыть голову чаще, чем обычно, да? Дальше показываю новинки, которые у меня есть, которыми я уже успела попользоваться. Это из iHerb вот такие вот новинки от Kundal. Это iHerb, как сказать, пробнички. Корейская линейка, мед и макадамия. У меня есть шампунь, и у меня есть маска. Сначала купила маску, мне очень нравится маска. Она густая, она так разглаживает волосы. В общем, я просто в восторге. Возьмите эти пробнички на iHerb, кто заказывает, вы не пожалеете. И уже попробовала шампунь. Шампунь мне не очень чем. Он очень жидкий, он прям как вода. Я не люблю такое. Я себе как на руку, знаете, налила так много. Я не ожидала, что он будет настолько жидкий. Но в комплексе, вот сегодня помыла им голову, мне очень-очень понравился. Но большую дозировку, да, можно было бы взять, но маску точно очень хочу взять, большую полноразмерку. Так что тоже всем советую. Вот такая корейская линейка. У меня по 100 миллилитров. Обалденный запах, хотя шампунь запах немножечко как какого-то мужского одеколона. А вот маска классная вообще, просто бомба-ракета, я настолько ей довольна, что не могу нарадоваться ничем, как этой маской. Так, для волос, что у меня еще есть, это мой незаменимый помощник от Matrix, это укрепляющее масло для волос с индийским маслом амлы. Значит, я им использую не как укрепление, не как на корни, хотя можно и так. Я им пользуюсь после мытья для разглаживания волос, для расчесывания волос. Мне очень нравится. Посмотрите, сколько я его всего использовала. Еще его очень-очень много, то есть цена полностью оправдана. Я его советую всем. Вы его купите и забудете на год про существование вообще потребности покупки таких средств. То есть мне его точно хватит на год. Очень классный запах, конечно, на любителя, хотя очень многие любят вот этот запах индийский. Здесь 150 миллилитров, но бутылочка настолько бездонная. Хоть это масло, но оно не жирнит волосы. Это сухое такое более масло, оно не жирное, оно сразу волосы впитывает, и волосы не выглядят такими сосульками жирными, нет. Вообще, классное масло, я им пользуюсь также каждый раз после мытья головы. Вот для волос и все, девочки. У меня для волос мало средств. Давайте посмотрим, что же у меня здесь есть для тела. Для тела, значит, у меня давно уже никак не могу использовать для интимной гигиены бьюти-формула. Ну, такое, оно просто как жидкое мыло, тоже я не люблю, потому что очень жидкое. Как вода. Ну, уже его добью, ничего такого. Это для интимной гигиены. Не знаю, обычное средство. Такое очень-очень, как я говорю, разводняковое, знаете. Дальше. Мне очень нравится, давно уже пользуюсь. Это мне когда-то подарили. Вот такой вот коттедж. Это гель для душа французский с зеленым чаем. Запах у него действительно такой настоящий зеленой травы.
250 миллилитров, но мне нравится то, что это здесь очень хороший состав, они идут практически там, ну, практически под натуральные такие у них составы. Можете посмотреть в интернете, почитать про них. Классные эти гели для душа, поэтому они не сушат мою кожу, мне очень подходят, потому что так особо я сейчас с гелями для душа стараюсь не пользоваться такими химическими, потому что мне они не подходят, к сожалению. Дальше. Это стандартное, как говорится, мыло в моем уходе. Оно всегда и везде, дегтярное мыло. Всегда в ванной есть, всегда его использую и прям в центре его поставлю, потому что без него никуда, да, на самом деле, как бы вы не были удивлены. Так, давайте перейдем к уходу, самому главному, для лица. Что же у меня для лица? Для лица у меня моя любимая уже от COSRX пенка Low pH для умывания, утренний гель 150 мл. Я им умываюсь, правда, не только утром, и утром, и вечером, но ей нельзя смывать макияж. И если я пользуюсь, допустим, если у меня макияж требует смывания вот моим любимым также гидрофильным маслом, это я покупала Face Shop, это Корея тоже, на iHerb'е можно и не только на iHerb'е купить, где угодно. Пользуюсь для снятия макияжа только этим маслом уже очень давно. Наверное, тоже мне его на год хватит, может даже больше. Смотрите, сколько у меня еще. И это масло обязательно нужно смывать умывалкой. Но этой нельзя, потому что она не смывает. То есть обычная умывалка, я даже беру самую какую-то обычную, можете смывать вечером. Так что это тоже мои любимейшие средства на данный момент. Дальше, после умывания у меня идет новый мой тоник Derma-E. Он идет с кислотами, хороший такой тоник, очень мне нравится. Он идет с запахом розы, с гликолевой кислотой, 175 мл. Видно, что он с кислотами, потому что у меня даже некоторые пошли маленькие такие прыщики, но это я знаю, что нормально. Нормально оно пройдет. Оно пройдет, но нужно чуть-чуть, чтобы привыкла кожа к данному тонику. Так, из кремов у меня один крем, тоже из iHerb, My By Naturals, камелия, с зеленым чаем, с ресвературолом, с гиалуроновой кислотой. В общем, вот такой вот он. У меня тут уже тоже его осталось, на самом деле, немного. Осталось немножко. Очень удобная помпа, очень удобно, экономно наносить, без запаха. Вообще, суперский крем. На каждый день я его экономлю и наношу только утром. То есть это мой крем на утро. Так, что же я наношу вечером, спросите вы, наверное, да? На вечер у меня всего лишь тоже один крем, и это с кислотами, и это также Корея от торговой марки Tremay. Это крем с АХБХ кислотами с центеллой. Вот она, это есть такое растение, такой зелененький крем. Очень классный, без парабенов, диметикона, пегов, в общем, плохих всяких веществ. 50 мл, Корея очень мне тоже нравится. И вот мои два помощника, всего лишь два крема, больше ничего. Утро, ночь, на ночь, все. Далее, что же у меня есть дополнительного такого, да, к уходу? Вот еще один тоник, но я его сейчас оставляю на вечер или раз там в неделю, потому что сейчас решила пользоваться кислотным, а этот уже буду пользоваться, когда будет уже такое солнышко, на весну. Но иногда его тоже пользуюсь еще вечером, это от Humphrey. С гамомелисом, по-моему, этот тоник. В общем, хороший, без спирта, легенький такой, но он без кислот, без ничего. Такой легенький, хороший, повседневный, ежедневный, знаете, такой тоник. Так, что же у меня еще из основного ухода? Из основного ухода у меня лежит скраб от Clarins. Он очень густой, он очень такой, конечно, крутой скраб. Значит, он малюсенький, пробничек, еще осталось у меня на несколько раз. Также уже несколько раз делала вот эту гликолевую маску, вот Andalou Naturals. Классная маска, но мне не очень нравится вот этот оранжевый цвет тыквы, потому что, знаете чем? Она плохо смывается. То есть та маска, которую я брала перед этим на iHerb гликолевая, мне нравится больше. Так что, видите, не всегда. Вот я повелась на эти отзывы. Такие прям колоссальные, все блогеры ее советуют. Но она, конечно, классная, но если мне есть с чем уже сравнить, и если бы на следующий раз, то я бы брала гликолевую маску другую, не вот эту с тыквой, а другую белую, которая не будет оставлять вот этих разводов, и ее немножко сложновато, я же говорю, как бы смыть.
Дальше. У меня есть вот такой вот крем Биодерма увлажняющий. Кстати, очень тоже классный. Он увлажняет, когда кожа моя недостаточно напитана, когда я чувствую, что она сушится, сушит вечером, то я на ночь наношу вот такой вот кремчик от Биодермы. Тоже прикольный. Так, это у меня египетское масло осталось. Я его использую на волосы Соне и себе. Это у нас, по-моему, кунжутное масло. Вот такое вот. Ой, извиняюсь. Дальше. Это у меня кремчик Sebo Vegetal остался от Yves Rocher Pure. Когда закончится мой этот, буду иногда пользоваться этим, потому что это единственный крем, который мне подходит с Yves Rocher, если так брать. Дальше у меня осталось, надо добить еще вот эту сыворотку от Балея, Aqua Serum с гиалуроновой кислотой. В принципе, она неплохая, но ничего такого вау не делает. Впитывается, ну не скатывается. Вот, в принципе, и все. Легенькая такая хорошая сыворотка тоже на каждый день. Дальше, друзья, что у меня здесь? Тусмус, это я детям мажу, а также себе для чувствительности зубов. Для того, чтобы кариес не распространялся на зубы. Очень классная тоже вещичка с ванилью. Вкусненькая такая, такой гель для зубов. Далее, крем для рук у меня сейчас Эвелайн Косметикс. Вот это вот сильно регенерирующий крем, гибискус и авокадо, восстанавливает. Классный, мне тоже нравится. 98% натуральных ингредиентов. Дальше, что у меня? Венотоник от Faberlic. Продолжаю пользоваться, уже осталось. Так, продолжим. Венотоник я назвала. И сейчас для ног у меня от Faberlic два средства. Вернее, один размягчающий крем-компресс для ног, мягкие пяточки. Очень он классно сглаживает. Если есть какие-то проблемы или просто вы им намазываете, действительно пятки настолько гладкие, как шелк. Это уже проверено. А этот крем антигель, антиакне. Им пользуюсь редко, но иногда по вечерам. В принципе, тоже неплохой кремчик. Стоит у меня в использовании уже давно. Дальше, что у меня от Faberlic давно в использовании? Активный моделирующий крем для тела. Это антицеллюлитный криокрем, но сейчас как бы зима, прохладненько, а он крио, то есть он охлаждающий. Это его классно на лето, но у меня тут уже осталось меньше половины, и хочу его доиспользовать, чтобы он не оставался до лета. Охлаждающий эффект, ну а что делать? То, что он помогает от целлюлита, нет, я не скажу, просто что мне его жалко, как говорится, выбросить. И нужно все время, у меня нету вот этого, знаете, постоянства. Тут нужно постоянно делать массаж, делать какие-то обертывания, делать, ну, мазать этим кремом. То есть постоянно что-то делать я делаю не постоянно, поэтому эффекта у меня нет. Поэтому не могу сказать, что, конечно, крем помогает чем-то. Дальше у меня вот такой вот гликолевый пилинг Insta Natural. Делаю его тоже иногда. Очень классный, но он действительно такой химический пилинг, такой мощный. Я его наношу буквально там до минуты. Написано 30-60 секунд, я его так и наношу. Потом смываю, очень хороший эффект. Здесь сколько? 5 миллилитров, но его хватает так нормально. Можно сделать или серию пилингов, или делать каждую неделю один раз. Дальше это Юля мне дарила из Египта. Очень давно у меня, и я каждый день им пользуюсь. И мне еще, наверное, его на год хватит. Lip Butter, лаванда и... Что это? Мята, да? Масло шеи, витамин Е. Для губ вот такое масло. Я им говорю, каждый вечер я им пользуюсь. 30 миллилитров. Но мне кажется, это бездонная баночка, потому что его хватит мне еще на полгода точно. Дальше. Это от Наоми масло для кутикулы. Очень мне нравится. Марула. Такой интересный запах. И он хорошо увлажняет кутикулу. Но опять же, надо постоянно не забывать. Я забываю, если честно. Я вот такая не очень в этом плане обязательная. Могу забыть, поставить и все. А вообще сочетание с этим кремом очень классное. Дает крем и вот это масло для кутикулы. Дальше это масло шиповника из iHerb 30 мл.
Не каждый день им делаю, где-то тоже раз-два в неделю. Оно очень классное, но не жирное, оно впитывается. Но чуть-чуть иногда у меня было такое покраснение от него, поэтому сейчас я к нему присматриваюсь с осторожностью, его использую, посмотрим. Вообще мне очень нравится, но так как я аллергик, оно может вызывать какие-то негативные моменты. Вообще не жирнит, никакой пленки, черных точек там и так далее никаких не вызывает. В общем, классные вот эти масла. А также от Art Naturals вот эти сыворотки. Это у меня сыворотка, сейчас покажу, с ретинолом. Вот такая тоже в использовании. Витамин С я закончила, я вам показывала в пустых баночках. Кто, кстати, не видел пустые баночки, у меня там большое видео длинное, потому что аж за 2 месяца, то можете перейти посмотреть. Ретинол классный тоже. Очень обожаю все вот эти вот штучки. Вечером под мой крем зеленый я наношу после умывания. И супер, мне нравится, как они все, по крайней мере, ничего плохого не делают. Так, что я хочу внести в свое использование под конец, да, я вам расскажу. Это вот этот вот спрейчик я достала парфюмированный от Avon, от Алены, да, которую мне подарила. Вот такой вот кристалл дезодорант. Покажу. Все, никак не могу начать им пользоваться. Здесь вот такой, как камень. А вот, пишут очень хорошие отзывы, что он действительно помогает. Вот такой тоже расскажу вам как. И хочу вот эти две масочки внести в использование от Inyu. Вот, потому что очень маски люблю. Одна маска пленка, а вторая защита и восстановление антиоксидантное. Я так поняла, что вот это с глиной. В общем, хочу их очень-очень уже открыть и попробовать. И ввести, ну, как новинку, да, этой зимой. Ну, и также это мои, не все даже вам достала, несколько показать просто, что как ежедневный уход. Это маски, у меня есть от Мизон, у меня есть вот такой коллаген, у меня есть вот такая вот обалденная также корейская трехступенчатая и корейская вот такая вот. Это как ежедневный такой уход. Вот, в принципе, и все. Все, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Поставьте лайк этому видео, напишите любой ваш комментарий, чем вы пользовались, чем нет. Вот такой вот у меня, думала, что очень маленький у меня будет уход на эту зиму, на вот на сейчас, на январь месяц. Но мне казалось, что я пользуюсь сейчас минимальным количеством косметики, а оказалось, что, видите, когда все выставишь, все соберешь, то получается, что и немало. Сейчас, если вам понравились и дальше хотите, чтобы я снимала такие видео, то напишите мне, полезно, не полезно. В следующем месяце напишу, чем я пользовалась. Если кому-то эта тема интересна, то, пожалуйста, дайте обратную связь, чтобы я знала дальше, снимать эти видео, не снимать. Конечно, буду смотреть по просмотрам. Если будет просмотров как бы маловато, то, наверное, не стоит снимать. Ну, посмотрим, это все по настроению. Еще раз всех с праздниками. Всех с Рождеством, и дальше будет у нас старый Новый год, так что праздники продолжаются. Все, друзья, всем желаю всего-всего самого-самого-самого хорошего. Пока-пока.